Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, портрет алевитанского монаха. Эта картина приписывается Бальтасаре Томмазо Перуцци. Натурщик на этом портрете – алевитанский монах и ветвь бенедиктинцев. Его окружают письменные принадлежности, чернильница, перья, скребковый нож, печать и красный воск, а также пачка писем и книга, закрытые на застежку. Личности как художника, так и натурщика остаются под вопросом. Художником может быть сиенец Бальдасаре Перуцци или венецианец Батиста Франко. Оба работали в Риме и находились под влиянием Рафаэля и Себастьяна дель Пьомбо. Натурщик, должно быть, был важным членом ордена. Ну, такое описание к работе, которой приписывается Бальтасаре Томмазо Перуцци, алевитанский монах. Пока-пока, до свидания.